Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Dead by Dale. С вами канал AlixPlay. В этой серии мы потратим 1 000 000 очков крови на Юи Кимуру. Также купим новый скин. Мне нравятся эти красные волосы, эти сапожки. В общем, прикольно. На этот раз мы не за золото купим, а за радужные осколки. Да, ребятки, 5400 потратим. Вот, подэкономим немножечко золотишко. И идем прокачивать в кровавой паутине. Приятного просмотра, надеюсь, ваши лайки и комментарии. Это очень круто помогает. Let's go. Крепкий орешек. Лего-ковес. Любыми средствами. Дежавю. Мы справимся. Железная воля. Предчувствие. Мы справимся. Окровавленные праздничные гирлянды даруют 100% бонусных очков крови во всех категориях для всех участников текущего испытания. Эффект суммируется. Это мой из самых любимых. Полезная штучка для всей команды. Сам себе доктор. Сплетенное кольцо. Решающий удар. Темное чувство. Любыми средствами. Спринтер. Туз в рукаве. Мелкая дичь. Форсаж. Мурашки по спине. Кровавый янтарь. Крепкий орешек. Дежавю. Торт побег. Дарует 100% бонусных очков крови во всех категориях лично. То есть только мне, не командный. Дежавю. Последняя стадия. Можно, кстати, взять несокрушимый. Тоже классно, да, Ванька, встань-ка. Давайте дежавю возьмем уже. А вот и наш Ванька-встанька, несокрушимый. Оставлены позади. Надолжение времени. И у нас остается 444 тысячи. 24 левел. Отлично, спортивный фонарик и плюс удолжение времени. Мародерское чутье. Кровоостанавливающий шприц. Ловкое приземление. Никто не остался позади. Сам себе доктор. Странная лампочка. Крепкий орешек на максимум. Гирляндочки. Везение теперь доступно для всех. Какая-то ошибка.
Так, 211 тысяч у нас осталось. Ловкое приземление. Хороший перк. Туз в рукаве. Хотя, что я не нарядился? Надо бы нарядиться, ребят. Ёлки-палки. Надо было сразу надеть комплект. Да, так красивее, что это мы стояли не в наряде. О, отлично, несокрушимый, либо же ловкое приземление. Это два хороших перка, ребят. Блин, я даже не знал, вот сейчас я вообще разрываюсь. Несокрушимый, но зато несокрушимый. Нет, это еще не последнего, да, уровня? Или последний? Нет, не последнего еще. Вроде что, поправьте. Мы справимся. Ключ скелета. Любыми средствами. Теперь доступно для всех. И у нас остается 33 тысячи, ребятки. До 36 левела мы прокачали Юикимуру. Ну, можно до 35, до 36 примерно прокачивать персонажей, когда тратишь миллион очков крови. Ловкое приземление, либо же мурашки по спине. Ну, пойдемте куда-нибудь. Ловкое приземление давайте. Ууу, 37 уровень Юикимура прокачали. Спринтер обязательно потом возьму, ребятки, спринтер, как только накоплю немножечко побольше. Хорошие у нее перки. Просто в ноль, как всегда, ребят. Давайте посмотрим, что мы имеем. У нас есть ключ скелета один. Ну, в принципе, больше ничего такого особенного. Зато у нас есть кровоостанавливающий шприц, 3 штуки. Странная лампочка, 2 штуки. Из крутых перков дежавю, крепкий орешек. Ну, в смысле, из перков, которые мы прокачали до максимума, до фиолета. Дежавю, крепкий орешек. Мы справимся, несокрушимый, сам себе доктор. И туз в рукаве, довольно-таки неплохие. Плюс я могу как-то варьировать и использовать. Либо я могу взять ловкое приземление, что, в принципе, намного лучше будет, эффективнее. Либо же спринтер. Но если я буду брать спринтер, то мне придется передвигаться на корточках. А тут, если я найду, я так понимаю, любой холм, или я откуда-то спрыгну, я быстрее восстановлюсь и побегу потом на 150% быстрее 3 секунды. Это довольно-таки круто. Либо же можно взять просто крепкий орешек, прокачан на максимум, он будет быстро восстанавливаться. Я думаю, пока что даже стоит брать крепкий орешек. Несокрушимый можно брать, почему нет. В общем, блин, крутые перки. Давайте поиграем ей. Переулок Лэмпкинд, Хэдденфилд. Начинаем играть. Она классная. Смотрите, какие красные, прекрасные волосы. Белая форма. Вот, классные сапожки. В общем, все супер. Белясик против нас будет играть. Эй, что такое? Какого черта? Дурацкие лаги. Все, вроде прошли. Вроде обошлось. Гонится. Ребятки! Еще минута не прошло, уже ловит. Жестко будет. Пытается ослепить, но... Поздновато, по-моему, да? Поздновато она стала слепить. Могла бы. Могла бы спасти. Ой-ой-ой-ой-ой. Не заметил. Я думал, он заметил меня, такой в мою сторону смотрит. Отлично. Я думал, он ко мне пойдет. Побежали. Можем подхилить ее быстренько. Не зря прокачал перк. Замечательно. Раз. Ну, почти что идеальная проверка. Все, беги. Пару секунд, и ты вылечена. В общем, надо сосредоточиться, ребятки, и уже начинать чинить генератор, иначе... Иначе будет очень плохо. Тотем, ребятки, давайте разрушим. Я не знаю, порча, погибель это или нет. Ну, думаю, что нужно разрушить. Скорее всего, это порча погибли. Я еще не заводил генератор, не знаю. Очищение, отлично.
Крюк? Можем крюк сломать. Будем, давайте. Начнем ломать. Вон он, вон идет. Но не к нам идет. Повешал. Блин! Спалился, сюда бежит. Сюда побежит. Ну иди сюда, иди сюда. Что ты будешь делать? Да, 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 нет. Смотрите, валим, валим, валим от него. До следующей палеты. Так, я здесь, иди сюда. Че он хочет, смотрите. Так. Получилось, молодец. Лучше бы не получилось. Вот это было хорошо, вот сейчас было очень хорошо. Опасно, опасно. Мог бы меня разрубить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я не знаю, выручил меня орешек или нет, но, по-моему, он меня только что спас. Об дерево. Об дерево, ребятки. Споткнулся, застопился. Кажется, оторвались. Надо подальше отбежать. Напряженно было, напряженно. Все, начинаем чинить. Еще ни один генератор не завели. Он сколько уже раз... хитанул нас. Очень много. Повешал одну, другая лежит. Офигеть, ребят. Ну что ж ты будешь делать-то? Я ранен. Один только целый. Плохо, все плохо. Так, куда он пойдет? Сейчас непонятно. Заводит пилу. Побежал других искать. Ладушки. Че, меня увидел? Я спалился, да? Да, бежит сюда. Бежит сюда. Отлично, просто отлично. Давай, спасай, спасай, спасай. Ты сможешь. Твою ж мать. Одна ливнула. Беги, беги. Разбегаемся. Ой, боже мой. Слушай, он убежал. Он убежал от нас. Он что, нам дал шанс? Кажется, он дал нам шанс. Так. Еще ни один генератор не завели, уже одного слил. Поймал, поймал новенькую. Ну, в смысле, не тронутую, не раненую. Распилил ее на две части. Ладно, заводим. Он ее не тро... А, нет, повешал, я думал, он не стал вешать. Надо спасать. Сейчас все будет хорошо. Но он не кемперит, молодец, хороший маньяк. Так. Беги, ты справишься. Тебе надо подхилить? Давай я тебя подхилю. Что ты хочешь? Эй, ты что залезла? Выходи. Выходи давай. Ну, выходи же. Что она села-то? А-а-а! У нее перк Нэнси. Ничего себе, хорошо. Но я же ее только что снял с крюка. То есть, оказывается, неважно, да? Ты можешь в любой момент очистить тотем, и у тебя появится эта способность, активируется. А я думал, после того, как тебя хитанут, ты можешь только очищать тотем. Оказывается, это не так действует. Ну, прикольно. Слушай, я в любой момент могу очистить тотем, да? И моя способность активируется. Это реально очень круто. Так. Ладно, назовут генератор. Там только одно место. Ну класс, надо будет тоже использовать перк Нэнси, опробовать. А я раньше думал, смотрите, то есть, когда меня хитанут, когда я буду ранен, только тогда мне надо будет очистить тотем и спрятаться в шкафу. И я думал, это проблематично будет. А оказывается, в любой момент я могу очистить крюк, и даже если меня повешают на крюк, потом я спрыгну или меня спасут, я просто прячусь в шкафу, сижу 10 секунд, и все, я вылечился. Это реально очень круто. А в игре сколько? Где-то около 5 тотемов, да? Это 5 раз хилиться можно. Но это прям... Это имба. Это охренительно. Плюс ты можешь... Допустим, ты очистил тотем, да, проклятый. Сделал хорошее дело. Плюс ты потом подхилишься. Просто замечательно. Два генератора завели. Один слит.
Ладно, ищем другие генераторы. Тут нету. А вон один. Давайте начнем заводить, что еще делать. Надо спасаться. Ой-ой-ой. Смотрите, но он хороший ман. Видно, что хороший ман. Смотри, как хорошо ложит. Мне кажется, только я один спасаю. Ладно, идем. Надо спасать. А если бы я в такой ситуации оказался, кто бы меня спас? Где он? Где он? Вон он. Смотрите. Он просто наблюдает. Он просто наблюдает за нами. Он с нами играет, ребят. Но он понимает, что он затащит. Он просто с нами играет. Давай я тебя подхилю. Интересно. Куда он идет? Сюда, кажется. Да, сюда идет. Разбегаемся, разбегаемся. Так. За мной побежит. По-моему, я привлек его внимание. Да, ребята, идет за мной. Нет, нет, нет. Офигенно. Не успел хитануть. Так, иди сюда. За мной бегает. Слушай, мне кажется, он даже не пытается хитануть меня. Но что-то все равно как-то боязно. Что он хочет? Может, у него задание разбить палеты? Я не знаю. Вон он. Но он не хитует, ребят. Он не хитует. Так, ну-ка. Скоро палета закончится. Может быть, он тогда меня убьет? Бежит, бежит за мной. Смотрите, ему нравится это. Ему это очень нравится. Ой, кажется, палеты закончились, ребят. Печально, сейчас он разозлится. Ему понравилось это. Давай. Тут палет разрушена. Нету палет, нету больше палет. Нет, он меня так дал. Что? Все, я сдаюсь. Я преклоняюсь перед тобой. Подействовал, слушай, подействовал, он не стал меня хитовать. Нужно было всего лишь немножечко унизиться и встать на колени перед ним. Да я шучу, я просто... Я встал на одно колено, мол, ну, преклонился. Прости меня, ты поймал меня. Ты смог это сделать. Да, делай со мной все, что хочешь. И он такой, ладно, отпускаю. Ну, молодец, маньяк хороший. Отпустил. Дал мне шанс. Ну что ж, тогда заводим генератор, ребятки. Что-то он вдруг решил стать добрым. Не знаю почему. Блин, ну это круто. Спасибо тебе, дружище, если ты смотришь сейчас этот видеоролик, то тебе благодарочка за предоставляемый шанс. Последний генератор надо завести. Вот фиг его знает, что у него будет на меня. Вдруг он захочет таки меня повешать. Так, идем сюда. Все равно как-то боязно. Ой-ой-ой-ой. Он сейчас будет контролировать генераторы. Спустился. Пошел к генератору. А, он проверяет, ящики проверяет. А что, если бы он меня поймал? Если бы он меня из шкафчика, точнее, вытащил. Повешал бы меня или нет, интересно? Что-то как-то я его боюсь. Непредсказуемый маньяк, да, такой? Не знаю, что от него ожидать. Вроде одного слил же, да? О, вот, идеально. Давайте дочиним. Немножечко тут остается. Мы справимся, мы сможем. Слушай, мне нравится ее наряд. Вот этот, такой дешевый. Ну, красные волосы. С белой формой сочетается. Классно. Так, сейчас спинку тебе потрем, сделаем массажик. Нравится тебе? Ой, да, конечно. Очень классный у тебя массажик. Просто найс. Я знаю. Я умею делать массаж. Вот. Теперь ты здорова. Иди. Фу, ладно, шутки шутками, редко. Нам надо все-таки
Свалить, я не знаю, отпустит он нас или нет. Что-то как-то, может быть, он в конце, может, у него задание в конце кого-то убить, завалить, я не знаю. Вот, смотрите, смотрит, такой стоит и смотрит. Посматривает. Так, все, ушел. Сейчас будет контролировать. Я боюсь. Завалил. Я не понимаю, что он хочет. Может, он все-таки хочет нас поймать? Может, хочет контролировать? В конце просто всех повалить? Правда, не знаю. Сейчас, короче, назад пойдет, я ее подниму. Сейчас в другую сторону. Нет, заметил меня, спалил. Ладно, поднимаем ее. Ё-моё, я не знаю, что делать. Давайте начнем открывать. Я боюсь. Он может все что угодно сделать. Мне кажется, меня рассобилит. Он вообще видит, что я открываю ворота? О, нет! Он видел это! Смотри, он уходит, он все-таки уходит. Он сейчас туда побежит и назад. По-любому. По-хорошему, ей надо сейчас ворота было открыть. Сейчас ее положит. Не получилось. Он ударился. Открываем. Отбежал. И меня положил. Что он будет делать? Он уходит, смотри. Он пошел за другой. У меня-то Ванька встанька есть. Я могу, в принципе, встать сейчас. Че, можно попробовать? Смотрите, она даже не ползет. Она не боится его. Может, они в тиме? Я не знаю. А вот она встала. Может, ну его нафиг. Ползаем. Слушай, ну это было хорошо. Спасибо тебе. Кто бы ты ни был, ты хороший был маньяк. Было интересно поиграть. Весело. Дал заработать, я его палеты оглушал, это плюс 4000. Ну, в общем, здорово, 30 тысяч заработал, нормально. Плюс 2 ранга подняли. Может, он ранги сбрасывает, не знаю. Так, можете почитать в комментариях. Так, он пока что еще ничего не написал. Ну, было весело с ним поиграть. Вообще, таки, спасибо за поддержку канала. Это очень мне круто помогает и мотивирует. Там за лайки, за комментарии. Вот, от вас море позитива. Я сам даже не ожидал. В общем, я вам очень-очень сильно благодарен за то, что вы делаете, за то, что вы поддерживаете канал. И за это вам большое спасибо, ребята. Я вам сильно благодарен. Всем хорошего настроения, больше позитива. Всем удачи, всем пока, ребята. И еще увидимся. Обязательно.